В некоторых кинотеатрах Гонконга пришлось приостановить, пока полиция разбиралась с дорожными пробками и толпами людей. Нора Мяо, динамическая молодая гонконговская актриса, снималась с Брюсом во всех его фильмах, кроме последнего. Здесь она обсуждает повторяющиеся сюжеты фильмов Брюса. Когда вы в первый раз познакомились с ним? Ну, наши семьи знали друг друга еще с тех пор, как я была совсем маленькой. А затем Брюс отправился в США.